взяв песню из пока что не поставленного, но уже написанного мюзикла моего «Право выбора». В общем, это, скажем так, ария поэта. Кто такой этот самый поэт? Он, конечно, романтик, но при этом он циник, разгвоздяй и бабник. В общем, это его заглавная ария. В спектакле в него в паузах должны лететь цветочные горшки, чемоданы с его вещами, проклятия и кирпичи и вызовы в полицию. Прекрасный набор. Некоторым образом слегка романс. Что ж, поехали. Не стоит говорить, что это невозможно. Не надо источать благочестивых слов. У каждого внутри укрытая надежно живет слепая ложь по имени любовь. Живет слепая ложь по имени любовь. Веками этот яд лишает нас покоя, и мы себя даем покорнейше связать. Но что ее найти и что она такое, никто на всей земле не в силах рассказать. Все спятили вокруг из-за любви рискуя, как не было умней в длинные времена. Все бегают за ней, все грезят и тоскуют, не в силах рассказать, как выглядит она. И мне пустяк, она рыбоед нестойких, обманчива суля награду за труды. Но как любая ложь кончается помойкой и жестом, и словес, и прочие ерунды. Представьте, чья-то тщель, мечтая о побеге, улыбкой одарит наивно и нежна. И ты, как идиот, бежишь быстрее теперь туда, где ждет любовь, вернее, сатана. На поиски любви уходит пыл и смелость, улыбку превратив в безумие оскал. Но кабы эта ложь действительно имелась, то кто-нибудь ее давно бы отыскал. Но нету храбрецов, одни лжецы и воры, и глупые юнцы с навозом в голове ведут вокруг любви пустые разговоры. И так за годом год, и так за веком век. И так за годом год, и так за веком век. И так за годом год, и так за веком век. Все. Йонас Новиков, Татьяна. Спасибо. А я, вторая моя вещь, это, я, как говорится, за себя и за того парня. На самом деле, эта вещь моя, она написана к спектаклю «Исход актера». Ее должен был сегодня петь Влад Тихонов, но он заболел. Замутируй. Куда-нибудь хвостик. Монолог главного героя. Догорай, мой друг, гори луна,
покарай, покарай, покарай. Пора уняться костру, пока не поздно. Сполна приму и пойму, пора. Гаси огни, догорай, 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 мой друг. Часы и дни, выбирай, выбирай, выбирай. А потухнет ветер к утру, растают звезды, пока не поздно, мой друг. Осенний лист, слетевший на плечо, бесславно обречен. Не стыд, это навсегда. Кого-то звать, чего-то ждать уже не надо. Последний шаг застыл на рубеже, и нечем уже. Свечой в окне, догорай, 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 мой друг. На том огне забирай, забирай, забирай. Не слушай сердце, поверь, оно не бьется, оно застыло еще вчера. Смелее путь, догорай, 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 мой друг. Свою тропу выбирай, выбирай, выбирай. Над пеплом наших потерь рассвет смеется. Пора прощаться, мой друг, пора. Можно назвать как нежданно-негаданное свое время. Наступило. Свое время наступило. Наступило, да, свое время наступило нежданно-негаданно. Мы сейчас прям сразу хотим исполнить песню. Точнее, как говорится, замахнуться на Вильяма нашего Шекспира в лице Юрия Наумова, который нас, в общем-то, познакомил в один день, причем с Микаэлем и с Петром Кулешом. У меня лично вообще с музыкой Наумова прям старинный роман. У меня ушла девушка в школе, когда я учился. И я заболел, у меня была температура 40. И я поставил на катушечный магнитофон катушку странного очень психоделического концерта на физтехе. Но настолько меня вот это пробрало, вот, ну, в общем, это была очень крутая музыка, мне совершенно до того момента не знакомая, совершенно вроде бы непонятная, но, в принципе, Наумов стал с тех пор, ну, может быть, чуть позже, любимым артистом вообще на всю жизнь. А потом довелось мне устраивать ему концерт лет 15, наверное, я этим занимался.
А потом он сыграл концерт здесь в свое время, я здесь, в этом театре. Я тут не был в тот момент. Вот. Потом уже в Филли-холле, в парке Филли, на концерте, который я устраивал, как раз пришли Микаэль и Петя, и мы познакомились. Это было очень забавно. И теперь в театре в свое время есть даже алтарь с иконой. Вот. Но песня. В том концерте этой песни не было. Потом пришла странная кассета. Кассета ужасного качества. Разобрать невозможно было ни единого слова, кроме того, что там что-то у Карла украли. Вот. Но энергетика была такая фантастическая, бешеная. И эту кассету я переслушивал, не знаю, тысячи, наверное, раз, чтобы разобрать, что же он там поет, и по слову буквально угадывал. Вот. И там очень сложный текст, возможно, даже где-то из него я вывалюсь. Ну ничего, если вывалюсь, то перевалюсь снова. Гитара, по-моему, сейчас замутирована. Ее, по-моему, нету, гитара. Не-не-не, у меня все выведено. Она в дебокс идет. О! Песня называется «Сказка о Карле, короле рок-н-ролла». Да, к нам присоединился. Почему нежданно, негадно пришло в свое время? Потому что Миша Меркулов, бас-гитарист группы «Нежданно, негадно». А я загадываю желание, потому что я между Микаэлем и между Мигелем. Вот так вот.
чему был, разумеется, рад. Он служил тем, кто лжив, он следил под удар, он ходил по ментам, он сидел под устам, он жил стуком ритмичным и сколотил состояние на костях. Страх подкастера звуков, услышав раскат, как у зависти черной, проникся кастратой под старость кастрату. Втемяшилась страсть, он решил стратокастер украсть. Чужими руками он жар загребал, отчего и ломились, его бангрибаунд решил нанять пьющих и грабящих. Взял у кого только брага и брань на губах. И кастрат долго пробил по дну, чтоб дать подонков и сказать им, но в тот же вечер окрыленного Карла поджидала у дома урла. Его долго пинали ногами в живот, если он чудом остался живой, то виной тому Бог, там поверил в него. Вот такие дела. Оркестрат, стратокастер, тостер, неспроста он пытался мелодии стричь, как с куста, думал, дел пустяк, но он локти кусал, ведь душа у кастрата пуста. Сбившись силы, взвеснившись, он струны сменил, но гитара просто отрунила над ним и запал, вдруг пропал. Он забил и взрыв, он решил стратокастер спалить. Когда стратокастер несли на костер, Карл на костылях тащился в костел, его приняли там, усадили за стол и отложили постель. И уставший от мира принял новый устав, что заставил его стать тем, кем он стал. И теперь он без струн звенящий стать, как акции бежать. Сажай! Сон на нуль, одним махом, теперь он монах. Он махнул на все и всех послонно. Он не ходит теперь в полинявших штанах, преодолевая в священных стенах. Вот только хор поет весы, а на доля фасоль сидя в Карловой раны, Карловарскую соль, Карлы чувствуют боль. Вот вся сказка о том, как стал Карликом бывший король. В изданненной странной стране, где продолжает да, и на нет сводят нет, где на тысячу спящих. Один, что раскатый венцов, что плетутся вдоль стен. Если ты не эстет в ожидании конца, лейка стены свинца и налейка венца. И мы выпьем с тобою за тех, кто прибит на кресте. Гитара отключилась где-то вот в самом-самом конце. А Юра как-то на одном из концертов сказал, а сейчас вот у нас в зале присутствует Коля Топников, а я сейчас спою его любимую песню, спел Карла. Он был близок, но самая любимая песня Наумова – это «Baby Blues». Мы ее сейчас петь не будем, потому что она очень сложна. Сейчас надо гитару мне сделать чуть погромче. Ага, да. От одного Шекспира перейдем к другому. К человеку. На самом деле Юра часто говорил о том, что если бы не этот человек, то на русском языке рок-н-ролла бы никто так и не написал бы. Человек, который придумал, как сделать так, чтобы текст на русском вместе с рок-н-роллом ударял. Это, конечно же, Майк Науменко, лидер группы «Зоопарк». Песня называется, и я считаю ее вообще главным рок-н-роллом, главным русским рок-н-роллом. Песня называется «Блюз де Москву». Чужой коньяк, я не люблю таганку, ненавижу орла.
больше по одной. И пара назад здесь нас никто не любит и не зовет на флэт. Выставляет пиво, не готовит там обед. Мы всем поддерживаем кайф, нам кайф ломает кругом. Законник, как и в центре, один крутой облом. Здесь холодно и ярко, здесь очень небомат. Еще по одной и пора назад. И барышни в столице, белый, но не для нас. Огни любых звезд панк-рока идут сплошной отказ. Меня динамит телеграф, не виноват перевод. Мне некуда укрыться, когда болит живот. И спорванные штанины, видит мой новый зад. Еще по одной и пора назад. Феноменальные ребята, давайте как бы вот вы будете следить за афишей Филевского парка. Вот, и там ребята играют там прям вот целые сеты. Вот, поэтому давайте мы сделаем вот, а вы. Нам надо кто-то выйти, да? Да, вот, наверное, пошли. Нет, последний не надо. А Миша где? Миша, где Миша? Я пошел прятать инструмент. А, ты решил замаскироваться. А я должен, наверное, в центр, потому что я главный вроде типа. Да? Ну да. Типа я, типа главный. Два Мигеля. Правда, я же не между Мигелями. Может, его в центр? Между Мигелями. Давай, Мигеля сюда. Давай сюда. Давайте Мигеля. А только никто там? Кто там сзади? Да, надо. Миш, командуй, я не вижу его. Там человек сзади, он будет. Человека сзади, давайте вперед. Все, тогда пусть. Сейчас девушка снимет. Девушка снимет, да. Что это современные здесь средства съемки, да? А это традиционно. У нас это само все. Вот. Давайте сделаем все спасибо. Миша. Посмотрите, пожалуйста. Хорошо, снимаю. Да, я еще разочек. Крутой бэт. Иглс. Все. Все, спасибо. Спасибо. Так. Вот просто там.